Чебоксарах забилось сердце города. Экспедиция России, которая стартовала 8 июня в Астрахани, добралась до столицы Чувашии. Напомним, что организаторы акции планируют с помощью GPS-сигнала зафиксировать слово «Россия» на карте страны. Насыщенная программа пребывания в Чебоксарах началась со знакомства с красотами города и продолжилась флешмобом на Красной площади. Именно так горожане ждали участников экспедиции у Чувашского драмтеатра, чтобы запечатлеть сердце Чебоксар с высоты птичьего полета. Подобная акция проходит в каждом городе, где уже побывала или побывает экспедиция «Россия». Из уникальных кадров будет собрана экспозиция «Сердца городов русских». Один из соорганизаторов флешмоба подарит бесплатный Wi-Fi городу, чье сердце будет признано самым красивым по результатам голосования на сайте проекта. И все же путешественники уверены, что сердце города – это не точка на карте, а его жители. В нашем городе в этом плане пришлось намного проще. Экипаж одной машины полностью состоит из чебоксарцев – Анны Морозовой, Дмитрия Донского и Яны Ермущука, автора идеи. Романтичная задумка родилась у него 3 года назад. Хотелось проехать по всей стране и увидеть как можно больше мест. Путь, нарисованный на карте, напомнил заветное слово. Но собрать экспедицию оказалось непросто. Несколько лет поездку откладывали. Сейчас уже все хорошо, но приложить столько сил пришлось для того, чтобы все это реализовалось, поэтому я доволен. И я еще никогда так не возвращался в Чебоксары с таким приятным чувством, что нас ждут. Спасибо. Сегодня проект уже не напоминает обычное путешествие с фотоаппаратом. В каждом городе команду встречают первые лица, проходят пресс-конференции, встречи и мастер-классы. На отдельных участках дорог работают свои фотографы, видеооператоры и блогеры. Да и пройти весь маршрут 18 тысяч километров – задача непростая. Но все это во имя благородной миссии. Мы просто хотим показать, насколько красива наша страна, насколько она многообразна, начиная от астраханских барханов и дюн и заканчивая сопками Владивостока. И хотим, чтобы люди видели, как это все меняется от запада к востоку. Это первая миссия. А вторая, мы хотим показать, что путешествовать по России совершенно не страшно. Нужно просто сесть в машину, закинуть в багажник рюкзак и поехать. Вчера экспедиция завершила рисование буквы «Р» в Пензе. И уже завтра команда продолжит свой путь. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика.